Всем привет, ребята, это Блицушки с мастерами. И у нас Гросс из Германии. Да, знакомая ситуация. Почему знакомая? Мы уже играли с Гроссами из Германии. Не знаю, когда я так играл, но Солнце 6 может быть неприятная структура, но... Ну, БЦ. Ну, да, и тут Е5, мне не нравится Е5. Ну, Д3, может, не так страшно. Нужно... Д3. Вот это радостник против нас. Да это не радостник, это он наоборот на позиционный зажим играет. Очень неприятно, кстати. G6. Ничего в этом радостного нет, на самом деле. Тут никакой атаки речи не идет. Не в этом дело. Может быть поставить на... Нет, он просто сейчас он Е5 проведет. У меня структура развалится. Ну не давай провести Е5. А как не дать? Так, что это за ход Б3? Ну, он просто вот играет на ограничение всех фигур. У меня слон на С8 очень плохой. Ну, нужно ему куда-то поставить. Может быть, слон А6? Куда-то он там... Куда он там не пойдет? К ладье он прицелится куда-то. Так, пойду, все-таки. F5? Да. Страшно, если честно. Может быть, скрыть линию-то, нет? Да я не вижу никакой контр-игры, абсолютно. Так, да, это противно, антицитарианские схемы. Не всегда получается с ними нормально бороться. Ограничили коня на G5. Ну да, по-моему, стратегически безнадежно. Е5 и надо сдаться. Ну уж не совсем сдаться. Не именно сдаться, потому что на D5 коня 4. Ну вот он сразу повел на А4 коня. Тоже неплохо. Ну, наш план. Да нет его. Интересно. А что делать? А, может быть, слон D4? Судей, ну побили C5. Никто не побьет, он король H1 пойдет. Что, даже не полшанс тут не вижу вообще. Люди пока пишут в чате, что у него необычайно скучная игра. Причем здесь скучная игра? Тут уже черные проигрывают. Хоть скучно, хоть весело. Ну, какие-то контршансы какие-то нужно искать. Ну, их нет, ну вообще, ну, посмотри на позицию. Ну, ты сам виноват. Ну, так да, ну так, а и чё? От того, что я виноват. Это же не меняет того, что их нет. Ну, да, очень хитрая схема. Может, самим Е5? Ну, просто все пешки упадут. Что предлагаешь? Сдаться. Да, позиция настолько ужасная, что хочется сдаться, если честно. Ладно, Е5. Во все тяжкие? Ну а что, ну это, конечно, не серьезно. Ну абсолютно безнадежно. То есть он просто Е5 играет и все. Партия заканчивается. Удивительно даже, как это быстро получилось. К 15-му ходу безнадежно, да? Да безнадежно стратегически, видимо, к 10-му, как ни странно. Это даже не... То есть, это... Такое бывает иногда в этих структурах, но тем не менее, не очень неприятные. Так, что здесь? Вообще потрясающий стиль оппозиционно сыграл, конечно. C4. На D8? А, вот так можно побить. Никто не побьет же ферзем. Не, у меня еще времени нет вообще. И позиция плохая. Не, с другой стороны, сейчас он будет бить пешкой, потому что там на D2 зависает. Кирилл, 25 секунд против полутора минут. Ого. Что это было? Ну, он еще D6 сейчас, наверное, протащит. D6, да, сильно. Может быть, слон G4 сильный, нет? Не думаю. Нет, тут кое-какие шансы на ничью есть по позиции, а по времени нет. Ну все, шлеп-шлеп. А, он даже не ой-ой-ой. Не берет. Да, лишние фигуры. Да, ну там как-то странно сыграл, но все равно с таким временем уже не серьезно.
Лишняя фигура, ребята. Так. Ой, D7 еще. Ну ладно, тут уже надежно. Не, ну я просто с таким временем там было все, оно какая-то же лишний ферзь. Да, понятно. Ну, здесь... Ладно. Реванш. Реванш.